от нас ушли? Звук. Так я здесь буду играть. Да? Транспозиция, я же говорю, здесь. Я не... А, то есть вы еще... Хорошо. Переходим. Мизансцену меняем. Идем туда. Что, ниже на полтона? На полтона я сразу не Нет. Так, а Диана изъявила желание спеть в оригинале. Нет. О, смотри, как значит. Нет. О, здесь забыл черточку поставить. Александр говорит. Ну все, все. Не, я так не играю, черточки. Черточка не стоит, все. Тебя от этого высокого регистра. Или мы сейчас кардинально просто принимаем решение, убираем эту песню на следующий год и берем что-то попроще. Она, посмотри, какой широкий диапазон еще у нее. Вот такой. То есть там, я не знаю, на сколько, а там, наверное, 2,5 диапазона песни. Пробуем. Это не спасет, понимаешь? Совсем мы не... Всю песню ты грудным регистром все равно не споешь. Все равно не споешь. А чем мы поднимаемся выше, тем у тебя сочнее получается красивее низ. Красивее низ. И в принципе головой легче петь вверх. Но тебя смущает то, что он такой будет писклявый такой, да, такой. То, что у меня, может, переключение не получается. Пока не получается, это все сделаем. Это все сделаем. Даже, может быть, я не знаю, будем применять даже йоги. Может быть, даже и этот прием. Посмотрим сейчас. Пошли в другой тональность, пробуем. Ну, молодец, ты мелодию получил. Умница! Что не повторяй?
идет снимание, постоянно идет снятие звука. Ну, постоянное снятие. У меня сейчас... Оставайся в нижней, вообще всегда у тебя. Потому что я еще, наверное, мелодию не... А ты... Да, дело не в этом. Ты должна... Это должно у тебя быть... Понимаешь, это основа. Основа взятия верхней ноты. Ты хочешь их отдельно взять, а они не берутся отдельно. Если только там цезура, и там будет твердая атака. Твердая атака. А у тебя... У тебя ты должна остаться в нижней ноте, а опереть нижнюю. И не снимать у тебя... Вот что получается. Потом начинается. Туда. Да ты в нижней останься. Да мы же пели. Так. Александр Ильич, быстренько сейчас распевочку прямо. На октаву. Прямо по октавам пошли. От си. Да. Поем. Остаемся в нижней ноте. Пошли. Да. Здесь. Пусть будет голова. Почему ты решила, что это какая была? Ре. Ре была. Ре. Ты промикстовала, до диез промикстовала, а ре уже все. Уже голову надо одну подключать. Да. Ну, все вы хотите, чтобы это... Все сразу. Да, конечно. Не бойся. Бери ее хорошо. Ну, опора тебе поможет. Она будет сочная. Еще раз вниз опустились. Пошли. И в темпе. Да. 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 Не снимай. Да, да, цыпки. Да, да. Уже голову. Да, да. Да, да. Да. Че это было? Полетела птичка, полетела. Гортань не оставила на месте? Гортань не оставила на месте? Нет, сняла звук. Да. Да. Оставайся здесь, в нижней. Да. Вот и все. Вот и все. И еще на выход больше. Сейчас немного оставила, себе прямо оставила. Пошли. Откуда? Да, вот эту вспомни. Да. Быстрее. Как-то это влияет. А зачем нам копчик, зачем нам аппендицит? Да. Риторический вопрос. Саша, зачем нам все это? Копчики, аппендициты. Аппендицит нам для того, чтобы его вырезали когда-нибудь. Да действительно. Все просто. Но зато как заметно-то, а? Как гортань скачет. Это для красоты. Это, видимо, какой-то символ мужественности.
да? Это кадык, это, да, это как у орла клюв. Вот, у мужчины, видимо, в шее вот такой. То есть если у мужчин. Если у мужчин отсутствует кадык, значит в нем мужественности меньше, чем у других мужчин. Значит, у него больше женского начала. Так? Да у всех же мужчин. Ну это тоже своего рода уже какие-то фантазии. Короче, солнышко. Это же самое, как у девушек, вот ямочка, да, на, на подбородке. Подбородке. То есть, если ямочка у девушки, значит, она, мне она мужественная, да, девушка такая. Ну, тоже ерунда, конечно. Ну, вот, это изрядно. Да ладно, не заглядывай, нет у тебя ямочки. Мне один раз начало казаться, как будто она у меня появляется, такой, боже. Ты испугалась? Да, не хотела. Ты поняла, что нужно держать гортань, держать ее можно только опорой держать, можно ее никак по-другому ты ее не удержишь. Ну никак. Ты понимаешь, она такая своенравная, гортань-то. Куда хочу, туда хожу. Куда вздумается ей. Мы наверх идем, она наверх пошла. А ты туда не ходи, стой на месте. Еще разочек по октавам. Ничего не бойся, опирай. Плохо, плохо работает. Плохо работает. Прямо, плату мало платят. Не знаю, может быть, опираться тебе надо. Прямо. Прямо вот так. Пошли. Будем сейчас опираться. Александр Иванович, поехали. Да, пошли, побежали. И. Еще первую. Да. Вот здесь. Да. Тянешься за ней. Прям по тягушке. По тягушке за ней. Да. Сюда. Да. Сюда. Прям дави, куда хочешь. Дави, Александр Ильич потерпит. Да, у меня напрягается. Да ты не напрягай. Кто кроме тебя напряжет-то ее? Кто? Чик-чик. Прямо наклоняйся, да. Так, замок, пошли, еще раз, ниже, отсечь. Пошли. Да, 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 да. Все равно чуточку. Оно лучше, но молодец. Но все равно еще надо плотнее. Потому что вот это вот небольшое. Но все равно молодец, потому что в песне в этой дальше ты не идешь. Сейчас дошли туда, что ты должна спеть. Поехали. Поэтому здесь изначально происходят какие-то у вас загрузки мозговые. Что высоко, что это трудно, что я это не спою. Ты же сейчас пробежалась, ты же сейчас спела. Нужно знать так, и все, а метод один. Выжимаешь сцепление и даешь на газ, и поехали. Все, пошли. А сцепление вот тебе, выжила здесь и пошла. Понизили? Повысили, но понизили. Да. Повысили. Пошли еще разочек. Каждую ноточку. Дальше следующую, вторую. Вот здесь. You make me feel like spring has sprung. Spring is sprung. Что там за ноты? Она непонятная там эта нотка. Пошли еще разочек с Александром Ильичем. Поточнее вот этот второй ход. Он не точный. Да, он не точный. Раз, два, три.
часть, где мы там импровизируем вместе с вами, Александр Валерьевич. Пошли.